Ну что же, добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, здравствуйте! Я рад приветствовать сегодня всех вас в этом замечательном зале продюсерского центра «Шадринский андеграунд» на 4-м региональном фестивале боди-арта «Боди Март». Это приглашение в мир ярких красок, где шагают произведения художников. Даже сложно описать словами, какие фантазии воплощают в реальность художники, используя в качестве холста человеческое тело. Организаторами сегодняшнего мероприятия в честь своего двухлетия является журнал «Городской помощник Зауралье», которому от вас сейчас звучат самые бурные аплодисменты. Замечательно. А вот чем же занимается журнал «Городской помощник Зауралье»? А занимаются они созданием положительного имиджа нашей Курганской области. Ну что же, сегодня, дорогие друзья, специально для вас, специально для гостей, организаторы решили посвятить сегодняшний творческий перформанс 70-летию Курганской области, которое мы с вами совсем недавно отметили.
случайно сегодняшний фестиваль мы начали именно с данного выступления, с данной коллекции, которая называется «Памятник Карасю». Легенду об данном выступлении я расскажу вам в ходе сегодняшнего мероприятия, ведь именно карась, по этой самой легенде, является одним из символов Курганской области. И сейчас мне хочется рассказать вам, что же такое все-таки этот самый боди-арт. Истоки боди-арта следует искать в далекой-предалекой древности. Наши предки носили на своих телах диковинные рисунки, с помощью которых они нагоняли страх на врагов, обозначали свой статус или выполняли ритуальные действия. Мне кажется, у нас появился такой ритуальный персонаж из той самой древности. Погоди, причем тут древность? Ведь сегодня у нас 21 век. Вот. Современный боди-арт находится на стыке графики, декоративно-прикладного искусства, дизайна, фото, макияжа и даже психологии. Сегодня боди-арт – это форма самовыражения художника, при котором в качестве холста используется человеческое тело. И, как правило, обнаженные. Обнаженная натура – это как распахнутая душа. Наступает раскрепощение, свобода и живая картина для художника. Аплодисменты нашей живой картине для художника. Не постеснялась эта самая обнаженная натура выйти, вырвать микрофон, вырвать папку. Все нормально, я думаю, мы продолжим работать дальше в контемпе, да? Замечательно. Ну что же, друзья, как я уже говорил, организатором сегодняшнего мероприятия является журнал «Городской помощник» «Зауралье». И самое время подарить аплодисменты его учредителям Валерию Мурзину и Татьяне Бессоновой. Всем спасибо, что дождались, извините за задержку. Думаю, что пойдет все сейчас более гладко. Я пару слов скажу просто. Почему боди-арт, почему в Шадринске, почему... А почему бы нет, правильно? Вообще, я думаю, что в ближайшем будущем Шадринск хотя бы раз в год будет становиться центром мира для художников. И взоры со всего света будут обращены в Шадринск, будут приезжать художники, будут приезжать модели, и будет что-то твориться вот типа того, что только что было. Только будут караси какие-нибудь таиландские, например, германские, форель. Вот, я надеюсь, что сейчас мы покажем нашим гостям и друг другу то, что мы можем, порадуемся этому, а в следующий раз произойдет что-то еще более феерическое. Я думаю, следующие бурные аплодисменты мы просто обязаны с вами подарить людям, которые несколько дней, несколько недель, возможно, кто-то, а даже несколько месяцев не спали, думали, гадали, чем же сегодня вас удивить. Это главные персонажи сегодняшнего вечера. Это наши уважаемые дизайнеры и художники. Аплодисменты вам, ребята! Именно вы сегодня подарите это праздничное настроение, эту бурю положительных ярких эмоций от ваших коллекций. Хорошо, художникам мы поаплодировали, учредителей, организаторов на сцене посмотрели, что следует далее. А далее, раз наш фестиваль проходит все-таки в формате конкурса, я думаю, самое время объявить наше многоуважаемое жюри. Все согласны? Отлично. Итак, бурными аплодисментами мы приветствуем преподавателя декоративно-прикладного искусства Шадринского педагогического института и по совместительству депутата Шадринской городской думы Светлану Юрьевну Поперовскую. Также сегодня в жюри главный редактор газеты «Ваша выгода» Светлана Викторовна Емельянова. Сегодня в жюри индивидуальный предприниматель Елена Дмитриевна Макеева. Директор дома торжества у пруда Анар Гейбатович Гаджимурадов. Индивидуальный предприниматель, руководитель сети магазинов «Цветочная фея» и «Долина цветов» Оксана Петровна Кислицына.
учредитель ООО «Медсервис» и ресторана «Орликино» Сергей Александрович Яков. Директор спортивного клуба «Дружба» Сергей Александрович Степаненко. И, конечно же, директор журнала «Городской помощник Зауралье» Татьяна Александровна Бессонова. Ну что же, это команда. Команда жюри. Сегодня у них самая сложная работа. Именно они сегодня выберут лучших из лучших. Я думаю, что нам уже хватит кому-то отвлекать мужское внимание, кому-то очень много говорить, хватит тянуть ваше время. Приступим непосредственно к нашему конкурсу. Сегодняшний конкурс проходит в двух номинациях. Младшая возрастная группа и старшая возрастная группа. И первая коллекция, первые прекрасные шедевры, которые вы увидите на нашей сцене. Я сейчас даже вам зачитаю, чтобы не ошибиться. Это представители детской художественной школы имени Бронникова, коллектив «Сезонное изобилие». Ваши аплодисменты! Поехали! Следующую коллекцию пора объявить, чтобы не томить вас. Ну дай я уже объявлю, ну хоть что-нибудь скажу.
А мы так не договаривались. Я хочу, хочу, хочу. Мне нравится эта фраза. Ну, раз хочешь, держи. Вот, видишь, циферка 2. Мне кажется, тебе это понравится. А, вижу, вижу. И театр «Гулливер». Коллекция «Необычные куклы». Ой, как я люблю куколок. Ух. Sunny.
Курганская область – одна из самых классных областей нашей России. А Шадринск – один из самых успешных ее городов. Именно эту идею и двигает наш журнал. Поэтому мне очень приятно объявить именно следующую коллекцию, которая называется очень патриотично «Наш любимый город Шадринск». И вновь на сцене детская художественная школа имени Бронникова. Встречаем! Аплодисменты самой патриотичной коллекции сегодняшнего вечера, точнее индивидуальной модели. И ваши аплодисменты, встречайте, краса Зауралья! Thank you.